challenge time. И снова всем привет, мы продолжаем. Я тут 2 минуты делил тем, что приоделся. Success! I found something that looks to be food. It's some sort of green fluorescent goo. I'm gonna have to try and eat some. It's not so bad. It's tangy and nutty. Would probably go well with a... Hey, what's happening to me? What's it? Александр, не скребу, лучка вигода! Так, и где он? А, он тут уже тут этот... бомж-лагерь разбил. Черт, я нашел его, кажись. Ну, мне все равно надо побить. Шапочка из фольги. Давайте инопланетный лазер хоть испытаю теперь. Я не понял. А, надо было X нажимать. А я что-то не то нажал. Ясно. Сейчас мы тебе инопланетным зондом-то твоих похерачим. Да, хороший у тебя. Давайте реально кого-нибудь еще на подмогу позовем. Потом всех соберем. Вот и белый энергокристалл. Так ты вроде уже в друзьями добавлялся, нет? Куда ты убежал? А, он не добавлялся? Друзья, ну окей. Зайди в рубку НЛО. Зачем нужно это... белый кристалл вставлять туда, который нужен для активации? Это вопрос. В анальный зонд. Я все вижу. Тоже коллекционируйте, сволочи, но нет. Я их соберу раньше вас.
Сейчас я вас анально покараю. Так. Сказали, помнится, что вы не особо любите электричество. Ну, что-то как-то не сильно подействовал. Либо защита такая. Ясно. Неуязвим к огню. А мы можем еще? Ага, это босс. Ясно. Угу. Ладно, надо, значит, избавляться от этих товарищей. И что-то такое сделал. Ох! Окей. Хотите по-плохому? Будет по-плохому. Так. У него вообще хэм эти херня действует, подождите. Ближнего боя, допустим. Ну а так, все, теперь он больше не сможет. Может быть, надо было лук все-таки поставить монгольский. Так, ну-ка, как он у нас на ближний бой? Мне ж никто не поверит, что я видел блюющего инопланетянина. А, подождите, надо пора применить что-нибудь вкусненькое. Ребята, а вы-то что обходите по ходу? Ладно, я. Ха. Да, правильно, туда смотришь. Это он, конечно, выносит. Фус, рода! Нагадин этих долбанных инопланетян. Пора бы сожрать что-нибудь. Ох уж эти товарищи из Аэрофлота. Move.
Она сам в шоке, что смог. Инопланетянка? Я хотел их обыскать. Волмар этот упал? Господи, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Это нехорошо, это нехорошо. Сейчас будет куча немецкоговорящих бомжей и грыз. At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving. We've got another UFO crash. И задница болит при этом, да? А как мы попали обратно? Вот это, блин, первые дни. Придется что? Можно как-то почитать, нет? Ладно, что у нас там есть? Ну-ка, шапочка из фольги что дает? Ничего себе. 6 брони. Это на планете меньше урон. Это 5. Так, что нам дает эта штукенция? Еще одного врага, да? А, вначале урон просто. Так, подождите-ка. Так, тут еще 6 этих надо. Между тем, пожалуй, я сохранюсь. Че, мне в школу хоть не надо идти? А, это те же самые сообщения. А, отвертка очень нужна. Кусок тряпки. Икебану. Опять это... Они любители какого-то странного этого. Современного искусства, видимо. Ну да. Ничего удивляться, что ребенок не разговаривает после этого. Нет, я... Пошутил. Воду вообще-то экономить надо. Парик с хвостиком. Я даже не знаю, для чего это в их доме. Боюсь спросить. О, мана повысилась. Good morning. You can't expect me to pat you on the back just because you've made a few friends. As soon as you have a lot of friends, then I'll be proud. Как будто тебя много в Фейсбуке, друзья. You've made friends. I'll be your friend too, sweetie. It'll make you look popular. Ну да, когда с тобой дружит мама, а ты не популярный, то ты, конечно, сразу же станешь популярным. Гордись мною, гордись, я сказал. And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers
Да, это просто землетрясение. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control, and that hopefully schools and businesses can open again. А, то школу не надо. You don't understand. The elves, they took the stick. Bullshit, because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars, and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zauron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom, and we shall lay waste to the drow elves once and for all. Fucking cheaters. Они захотят темным эльфам-то это самое мешать. Они же тоже темные вроде. Или это другие темные, как бы. Да. Ну что, Кенни, как делишки? Поговорить с Готой. Вначале объединиться, потом поговорить, да? Ведь. Опять ты тут прячешься, мелкий засранец. Так. Ну, там. Так, а тут что? Как бы задание, но как бы не задание, да? А, кстати, чела с медведь можем уже теперь замутить. И в школе что-то у нас завербовать готов, а, ясно. Все готическое. И да, нам нужно же пойти поговорить с этими, с Иисусом и прочими. Чтобы нам снова... Можно было способности юзать. Что-то в микроволновке не сильно похоже на макарон или что это. В смысле, расписано все. Ну чё, зря тебе израс... Или подожди, а, его же мы не юзали. Тогда всё нормально. There's a rumor the girls have a secret base, but I've never seen it. Ну вот. Там стопудово тогда секретная база. Где же она еще может быть? Так. Еще раз открываем задание. И смотрим, где у нас... Ну, вообще-то далековато, так что надо просто сильно заюзать. И подождите еще раз, секунду. Где-то здесь горит, что то ли задание можно, то ли еще что-то. I could swear I heard a voice coming up from the sewers. It said something like Hody How. Неужто мистер Какашка из первых сезонов там. Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Так, не тут, что ли? Или это потом здесь задание появится? Или в кофейне вообще? Эльфы, а вы меня что, трогать не будете? Или увидели вот этот дилдо у меня в руках и сказали, ну тебе нахер. Не дай бог проиграть такому. Hi. Did you accidentally get someone pregnant?
50 баксов. Сносим снеговика. Там что, опять что-то появилось? Или что, все восстановилось теперь? А, нет, нельзя. Так, еще я вижу... Они, чтобы, наверное, тарелку потом не разбирать, то, так вот действительно из них и сделают. А! А, мы сзади появились. Вот ты, блин, я думал, в здании как-то умудрились. Выбиваем деньги. Нашивка Валькирии, 8 уровень. Круто. Ну, он и зеленая жижа это теперь. А сколько там какашка стоила? Рандомность. Чё он там нам написал? Окей. Вот закончу записывать летсплей, пойду поищу. Вдруг откуда ни возьмись, появилась мега-крысь. Крыса-мутант сейчас сама и сдохнет. Пошла сдохнуть в углу. Да, крысы такие. Нельзя бутылку разбить так. Да, кажись, я оказался прав насчет мистера какашки. Чувак, тебя уже забыли, кто ты такой. Чувак, я не разговариваю с как с говном. Иди нахер. Anybody down in the sewers these days. Who's at the door? Is that the guy with my pills? No, it's not anyone with pills for you, darling, okay? I called that motherfucker 3 hours ago. This is my lovely wife, Autumn. She celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers. And here every day. Ботоксом, что ли? Wait, where the fuck are my kids? What do you mean, where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Autumn. No! They were being watched by the babysitter! The babysitter quit 4 months ago when you threw up on her! Don't you fucking yell at me! Don't you excuse us a minute! Don't you ever embarrass me from a stranger like you, Joyce! You drunk on him, and you don't know where your kids are! Fuck you, they're your kids too, you piece of shit! Don't fuck you, fuck you! Ну как бы да! Listen, I gotta get my wife some help! Could you go look for our children? I sure would make it worth your while. There's Simon, Amber, and Cole.
У меня что-то... Я что-то уже нашел. Может, это он? Вы знаете, это один из тех персонажей, который я счастлив, что его больше нету. Ух ты, блин. Так. Я уже боюсь применять. Как же это тупо, господи, боже мой. Немыслимо тупо просто. О, так. А, она была в шоке, а я, блин, что-то я упустил момент. Фаталити. Тебя тоже напну. Нет, не так. А как тебя спустить тогда? Сверху, видимо. И что это дало мне? Так, дальше нельзя идти, отлично. Господи. Вот только говно я не добавлял в друзья. Это как минимум странно. Нет. Все равно нельзя применить. Нахера нужно туда? Но. Да и не говори, я сам в шоке, Кеди. Так я на всех смогу? Шикарно. От крыс избавились. Свирепо. Говнюк, ни хрена себе ты снял. Сейчас тебе столько мелочи будет, что не позавидуешь. Лоханулся немножко я с применением. Давай, Баттерс, покажем ему.
О, вот оно как. Ну что, прикольная способность, ничего не скажешь. Надо посмотреть ее повнимательнее, может быть, можно будет приноровиться и выбирать то, что надо. Так, два прохода, рубильник, который открывает третий проход, ну конечно. Emergency. А, и тем самым еще и проход открыли. Напугать меня хотел, да? У тебя получилось? Блин, не успел. Вроде бы нажал выстрелить. Баттерс, тебя что-то вообще вынесли прям. Довольно жестко. Пора тебе тоже отжираться. Feel my righteous fury. Nice. Отлично. Oh, come on. Ты должен был сейчас... После разбития алкоголя об землю еще больше загореться. Ну, Баттерс, я думаю, с ним справится. Я надеюсь. А может быть и нет. А, так. Сколько мы там уже бомжей отпинали? О, блин, тут еще куча. Охренеть, да сколько ж можно? Какие-то лабиринты прям. Вообще-то пора уже бы заканчивать тоже. Что-то сейчас заблужусь, кадрини фени здесь. Баттерсы заодно задастся. Сейчас мы эту миссию добиваем вот этих вот товарищей, и все. Не получится, да? Так, ладно. Давайте еще раз эту штуку применим. Ни хрена себе.
Самоубилась мышка. А, ну да, у меня же этот друидская хрень это. Сейчас она сейчас сдохнет сама по себе. Отлично. Чувак, ты говно, ты боялся, что тебя съедят, что ли? Нелепость просто зашкаливает. Так, вот здесь мы еще не были, да, как раз? Ладно, пожалуй, на этом мы закончим. Подписывайтесь, комментируйте, не забывайте комментировать, да? Лайкайте. С вами был Алекс Строга. А тут закрыто. Вот печаль. Всем пока.